Мої вітання в ефірі зіркова програма Алекса Фішер. Дивовижний світ танцю підкорив все його життя, а армія прихильників постійно підтримує його експерименти. Гість сьогоднішньої програми – відомий український хореограф-постановник, танцівник, художній керівник балету «Форсайт» Олександр Лєщенко. Вітаю вас, Олександр, в студії телеканалу «Алекс». Привіт. Привіт. Олександр, відомо, що ви з дитинства захоплювали спортом і навіть здобули чорний пояс по карате, так? Угу. Поділіться, будь ласка, як ви потрапили до відомого балету «Тодас» і взагалі як закохалися у танці? Що би почати? Да, дійсно, з карате почну, тому що це була моя основа, це було моє начало. І я завжди говорю, що дуже круто і важливо, коли артист іскусства попадає через... через спорт. Я попал через карате, потому что это самодисциплина, это воспитание, это порядочность, это график, это режим. И очень здорово, когда после спорта попадают в танцы. У меня именно так и произошло. Да, я занимался карате очень серьезно, 4 года. Я был маленький, но я очень, как сейчас помню, очень осознанно это все Ничего было. Ничего себе, 4 года, совсем маленький. Да. Нет, я 4 года занимался, период с 7 лет до 11. Но я успел дойти до первого кью, заработать черный пояс, заработать медали и так далее. Но пришло время, когда родители решили, что надо учиться в школе все-таки, и закончили с карате, чтобы ребенок учился в школе. Я недолго проучился, потому что попал на танцы и пошло-поехало. Вас сестра так привела? Да, меня привела сестра на то время, тогда это двоюродная сестра меня привела на бальные танцы в родном городе Александрии. Она меня привела и сама ушла через 2 занятия. Угу. А я вот как бы вот сижу Залишили здесь еще. Сейчас танцор. Да, я остался, потом я приехал попробовать потанцевать в Киев. На каникулы летом, на то время моя родная, в общем, меня сестры, в общем, водили mm-hmm. как-то по танцам. Родная моя сестра старшая, она уже жила в Киеве. Купили мне абонемент в киевскую студию «Тодас» в Киеве. Ну и, собственно, я вот оттуда, у меня идет отчет от киевской студии «Тодас». Мне тогда было 13 лет, это было 16 лет назад уже. Уже профессионально. Да, там началась моя карьера в современном танце, в современном мире, в современном искусстве. І з того моменту пошло-поїхало. Будучи в такому молодому віці, на сьогодні у вас своя власна студія, так, балет свій, «Форсайт». Да. Розкажіть, будь ласка, чи легко бути керівником творчих людей? Сложно, но ну это как бы смысл моей жизни, это неотъемлемая часть абсолютно. То есть у меня нету разделения работа, дом. У меня оно все настолько вместе. И сейчас очень популярно это фрилансерство. Это когда mm-hmm. артисты... Сегодня он здесь, завтра он там. Где ему платят, там он и находится. Mm-hmm. Для многих это стало приемлемо, нормально, комфортно. И так люди работают. Это как-то к нам пришло с Америки. Мы же стараемся держать коллектив, держать состав. У нас люди очень много лет с нами. Поэтому это как отношение между мужчиной и женщиной. То есть Ничего у нас себе. Реально семья, где мы ссоримся, переживаем какие-то моменты, скандалим, миримся и так далее. Это сложно, но в этом кайф. В этом кайф, потому что люди преданы, люди понимают тебя вообще с полуслова. Ще відомо, що у вас великий телевізійний так, досвід. Вперше ви приймали участь так, у телевізійному проєкту «Танцюють всі». Да. У якості учасника. Ага. Але вже невдовзі ви стали головним хореографом іншого телевізійного шоу «Суперзірка». Да. Так? Як так швидко? І скажіть, який це досвід для вас, зйомки телевізійних шоу? Мені комфортно. Я ізначально як-то, що теж, мені здається, важливо, не боюсь камер, не боюсь як-то публічності. Поэтому мне комфортно. Да, один из первых проектов это было «Танцуют все». Там я занял тогда 2 место. Это было 10 лет назад. Вся Украина познакомилась. Да, супер проект, супер результат. И, конечно, дает свои плоды телевидение однозначно. И после этого пошел 2 проект, да, тогда «Танцы со звездами». Я там участвовал, тоже начал себя проявлять как хореограф-постановщик. Мы победили с Аней Бессоновой, художественной гимнасткой. Так. Потом был проект «Майданс», где мы выиграли с городом Кировоград. Там участвовали команды по 500 человек. Там уже надо было, помимо каких-то креативных идей, надо было заниматься организацией коллектива в 500 человек, руководить процессом, мотивировать их, уже какие-то, знаете, такие
задачи руководителя, оратора. Ну и все, ну так пошло, 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 и дальше, дальше. Якщо таке філософське запитання, що для вас взагалі танці? Його часто вам ставили, да. Так? Я не люблю уже чистої води танець. Мені вже скучно стало, якщо чесно признатися. Виробився свій стиль, свій почерк. Уже багато років ми створюємо свої шоу, спектаклі, де ми збираємо вместе циркове мистецтво, вокал, якісь технологічні речі. І все це, звісно, на основі танця. Но ни в коем случае это не сухой, пустой танец. Это же шоу так и так? Да, мы ставим много очень шоу, гастролируем по всему миру, по Украине. И не хочу я ставить только танцы. Мне хочется большего, хочется шоу, хочется впечатлений. Хочется дарить людям эмоции. У нас, знаете, один из наших лозунгов Форсайта – это «Мы создаем эмоции». Мы дарим эмоции, мы продаем эмоции, и ну, это то, что нужно людям. Людям всегда. Це дуже подобається, всегда. Так, я впевнена. Вот а так. Говорячи про ваше особисте життя, ви часто подорожуєте. Угу. Як жінка сприймає розлуку? Чи це зближує вас, чи віддаляє? Як ви відпочиваєте? Часто вместе їздим, во-первых. Это наше общее детище Форсайт, поэтому раньше всегда были вместе. 24 часа в сутки. Не могу сказать, что сложно, потому что общая цель, общая идея, общие мысли. И как-то вот, знаете, вместе идем. В начале были сложные моменты, там первых 3 года, когда пытались понять, у кого какие обязанности, каждый чуть-чуть перелазил друг на друга. Потом поняли, что я в этом хорош, ты в этом хорош, давай, пожалуйста, просто дополнять друг друга. Да, и все, и оно стало на свои места. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу, еще больше работы появляется, и много работы за границей, поэтому, опять-таки, мы распределили свои обязанности, но не специально, так, вот так сложилось. И поэтому параллельно идут проекты, я веду одни, она ведет другие, и поэтому иногда расходимся на время какое-то, потом опять там съезжаемся. Ну вот как-то так, миксуем нашу жизнь. Олександр, за традицією нашої програми, 5 словами, прикметниками опишіть, яке воно ваше життя зараз. Однозначно щасливе, воодушевлене. 5? 5, да. Ну, все связано, все, да, насыщенное, 100%. Ну и тяжелое тоже можно сказать. Но тяжесть это перебивается любовью, как мы назовем, який прикметник мы скажем? Коханне. Коханне. Ну, нехай буде коханне. Коханне до всього може бути, так? Я, во-первых, хочу сказать вам большое спасибо за приглашение. И сказать всем, чтобы никогда не сворачивались с пути, идите до конца, несмотря на то, что каждый день можно падать. Успех, недавно прочитал вот для себя и опять утвердился, что успех заключается в поражениях. Успех успеха заключается в поражениях. Поэтому упал, встал, пошел дальше. Всем гармонии, всем любви и, конечно же, нам, всем, всем мира в нашей стране, в нашей душе и на нашей любимой планете Земля. Спеціально для Алекса Фіша відомий український хореограф-постановник, танцівник Олександр Лещенко. Дякую вам. Спасибо, дякую.